Каждое утро в нашем Щепкинском училище начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, я бы даже сказала, ритуал. На театральной площади мы проходим мимо большого и малого театров. Моей душе какое место, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу налево и направо по коридорам кабинеты, где у нас проходят теоретические пары. В окне можно заметить Щепкина. Кроме портрета Михаила Семеновича, здесь висят портреты выпускников Щепки и актеров Малого театра. А это вход в нашу мастерскую. Это одна из рабочих аудиторий нашего курса. Всего их три. Мы зовем ее музей. Ермоловская сцена. Здесь у нас проходит мастерство. Как всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она облагораживает. Наша третья аудитория. Если бы не было статистики, 81-я. Мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Людмила Прокофьевна Калугина. Директор нашего статистического учреждения. Она знает дело, которое мы проводим. А здесь кошиновцы и сафроновцы. Мы пришли в столовую. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Здесь учатся будущие балетмейстеры из ГИТИСа. Мы называем ее «Наша Мымра». А в танцевальном зале у нас небо со звездами. В этом кабинете у нас проходит сценический...